Вот так вот у нас поступают больные через приемный покой, где им уже начинается выполнение всех необходимых диагностических процедур для верификации диагноза. Процесс верификации диагноза в региональном сосудистом центре областной клинической больницы ежегодно проходит более 1000 человек. В основном это пациенты с диагнозами острый инфаркт миокарда и нестабильности стенокардии, заболевания, которые чреваты внезапной сердечной смертью. После того, как выставлен диагноз острого инфаркта миокарда, больной транспортируется в рентгеноперационную, где по жизненным показаниям выполняется чистокожное коронарное вмешательство. Вмешательство возможно с помощью специального медицинского оборудования. Все необходимые приборы в региональном сосудистом центре есть. Однако за 8 лет существования центра оборудование ни разу не обновляли, а ведь медики используют его круглосуточно. Чтобы продолжить качественно оказывать медицинскую помощь, в 2019 году в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и национальной программы здравоохранения центр переоснастили. Планируется обновить УЗИ-аппарат, установить новый антиограф и томограф. Мы говорим о том, что снимки будут с хорошим разрешением. Ангиограф, трубка будет работать достаточно полно, то есть снимки будут выводиться наиболее четко. Но и УЗИ-аппарат, который в режиме реального времени позволяет отдифференцировать какие-то сосудистые катастрофы, выявить аневризму аорты и так далее. По данным регионального Минздрава, на переоснащение предусмотрено более 300 миллионов рублей. Рената Алиулова, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.